Всем добрый день, меня зовут Александр. Значит, я вот построил такой красивый дом из кедра, абаканского кедра. Значит, когда я узнал о компании Типофол, в свое время на сайте посмотрел, выбирал много утеплителей, так как это у меня уже пятый дом за свою жизнь строю. И значит, все время хочется что-то новое, новые технологии применить. И как раз вот на сайте я посмотрел, что утеплитель такого качества, как применяет Типофол, он очень практичный, очень экономичный и быстро возводимый, быстро собираем, так сказать. За 2 дня произвели монтаж, приехали ребята, монтажная бригада, установили леса, за 2 дня все у меня утеплили. Если же, значит, выбираете из тех утеплителей каменную вату или базальтовую вату, это занимало бы порядком 10-12 дней. 10, да, может быть, до 14 дней, в зависимости от погоды, так как утеплитель ложится вместе с кровлей. А тут у нас кровля была положена, снутри дома поставились леса, и быстренько все собралось и смонтировалось. Значит, самому дому уже я 2 зимы прозимовал, никаких вопросов нет. Утеплитель очень прекрасно себя повел. И очень комфортно себя ощущаю. 22 градуса в доме всегда у меня, с тем, что у меня отопление только теплый пол на первом этаже. Ну вот мы находимся внутри дома. Значит, как я и говорил, 8 сантиметров самого утеплителя и теплоотражающий слой, который работает в том направлении, что когда тепло поднимается все наверх и потом отражается, падает вниз и распределяет все это по дому, создавая комфорт и уют. Ну вот у нас 2-й этаж. Вот мы поднялись наверх. То, что я вам говорю, все спальни уже, значит, я закрыл кедровой доской. А здесь у меня будет натяжной потолок. Значит, на отопление я трачу самый зимний период, когда у нас происходит холода, это декабрь, январь, февраль, до 7000 рублей. Все остальное в летний период, мне тут ничего не надо, практически на электричество там 500-700 рублей у меня уходит. И очень экономично, очень практично, я доволен тем, что выбрал эту компанию Типофол. Так что на будущее это самое, всем рекомендую компанию Типофол, чтобы все утепляли таким хорошим материалом. Потому что все новые технологии, которые сейчас есть, которые они применяют, я ими доволен.